Компания «Полис Групп» завершила строительство жилого комплекса «Паркленд». В мае дом будет передан на госкомиссию. Объект расположен в одной из лучших локаций в Кудрово, в пешей доступности от метро, рядом с парком «Аккервиль». По итогам апреля закончена отделка фасада, устройство внутренних инженерных сетей, наружных сетей водоснабжения и канализации, а также сантехнические работы. В настоящее время в квартирах завершается чистовая отделка. На территории ведутся финальные работы по благоустройству. Высадка деревьев, укладка второго слоя асфальтового покрытия на тротуарах, засыпка газонов землей, посев травы. Одно из преимуществ проекта – собственный выход в парковую зону для жильцов. Застройщик обустроил спуск к реке Аккервиль и выполнил благоустройство участка набережной. До конца мая завершится строительство внутриквартального проезда. Жилой комплекс «Паркленд» начали возводить в ноябре 2017 года. Здание высотой 16 этажей рассчитано почти на 2500 квартир. Фасад разработан специалистами финского архитектурного бюро. На закрытой территории создана необходимая инфраструктура, пространство для отдыха и занятий спортом, а также многоуровневый паркинг высотой 6 этажей на 304 автомобиля.